Итак, 2012 год, два друга и бизнесмена, которые сотрудничали между собой, это Стефан и Роман, Стефан Моргенштерн и Роман Земян, если говорим о Романе, это поляк, а Стефан это немец. Они просто-напросто тогда задумались о том, что, в общем-то, чтобы создать социальную сеть. А почему они над этим как раз задумались? Потому что, в общем-то, их фирма B2B Service, которая к этому времени уже работала, она работала с рекламой. С рекламной, а, в общем-то, приготавливала рекламные материалы в виде фильмов, в виде разного рода контентов для фирм, которые к ней обращались. Ну, B2B, понятно, бизнес для бизнеса, да? И говоря о нашей истории, да, в общем-то, рекламы, когда-то мы вешали объявления на столбе, и, в общем-то, в зависимости от того, на каком столбе мы повесили это объявление, к таким людям как бы эта реклама доходила. Соответственно, в общем-то, когда они своим пользователям, своим партнерам, ну, как бы от этого времени у компании собрался целый такой портфель ее бизнес-партнеров, которые обращались к фирме, чтобы создать рекламные материалы, то, конечно же, где эти материалы были замещены? Очень часто, в общем-то, видео какого-то рода, в общем-то, рассылка, да, маркетинг, имейл-маркетинг, да, когда-то он был очень популярный, спама было целые, в общем-то, почтовые ящики были забиты спамами, ну и, соответственно, в общем-то, такого рода маркетинг еще тогда существовал. Потом появились разного рода платформы, на которых реклама действительно была более эффективной, соответственно, в общем-то, для того, чтобы разместить на этих платформах, компания приходилось много платить. И чем более раскрученная компания была, ой, платформа была, тем более, в общем-то, дорогие ставки были у этой платформы для того, чтобы разместить на этой платформе свою рекламу. Ну и, в общем-то, как бы продолжая последовательно идти в эту же сторону, скажем, работая дальше в сфере рекламы, компания создает в 2014 году, запускает проект, который называется FutureNet. Это социальная сеть, и причем, в общем-то, добавляет просто-напросто к социальной сети, добавляет элементы маркетинга сетевого, элементы multi-level маркетинг, которые, благодаря которым, в общем-то, компания очень быстро раскручивает саму платформу, саму социальную платформу FutureNet. В общем-то, мы уже знаем, что на сегодняшний день платформой пользуются 2,5 миллиона человек, столько есть, в общем-то, зарегистрированных партнеров у платформы. Соответственно, на сегодняшний день эта платформа считается очень интересной для рекламодателей. Чтобы наша реклама попала в руки 2,5 миллионов потенциальных пользователей, конечно же, в общем-то, компания перед этим очень тщательно, в общем-то, занималась раскруткой самого FutureNet. И как бы идя последовательно, компания создала свою собственную платформу рекламную, она у нас называется FutureAdPro. FutureAdPro это вот именно рекламная платформа, и на этой рекламной платформе рекламодатели нам платят за то, что мы хотим увидеть их продукт, что мы хотим посмотреть этот продукт, узнать его, познакомиться с ним. Соответственно, в общем-то, компания делится своей прибылью с нами, с партнерами, с теми, кто охотно тоже пользуется этой рекламной платформой для того, чтобы такую рекламу просматривать, в общем-то, и знакомить с такой рекламой своих близких и знакомых. Тут тоже компания использует элементы сетевого маркетинга, в общем-то, и делясь своей прибылью за рекламный,
за рекламную деятельность компания, в общем-то, выбрала тут способ, который называется RevShare. И таким образом каждый из нас может быть и рекламодателем, и быть просто-напросто клиентом, который может использовать какие-то рекламные материалы, чтобы познакомиться с каким-то продуктом, познакомиться с каким-то, с какой-то компанией, честно говоря. Для меня, в общем-то, рекламная платформа FutureAdPro – это не только рекламная платформа, на которой я ставлю какие-то свои рекламы, но для меня тоже просто-напросто это такая новостная, скажем, платформа, на которой я вижу все новости, которые появляются в интернете, связанные с проектами в интернете, связанные с какими-то там другими вещами. Мне тогда просто-напросто интересно просматривать как раз вот именно такие платформы и такие платформы, ой, такие материалы, такие рекламные материалы, которые помогают мне увидеть, чем сейчас занимаются мои партнеры, чем сейчас занимается вообще как бы большинство людей, что интересует этих людей на сегодняшний день. Ну и мы так, в общем-то, перейдем сейчас к FutureAdPro. FutureAdPro появился в апреле 2016 года, как я уже сказала, он таким является очень естественным продолжением процесса развития самой компании. В общем-то, благодаря этой платформе каждый из нас не только может, как я уже сказала, рекламировать что-то свое, но, в общем-то, узнавать о новых помыслах и проектах в интернете. Соответственно, в общем-то, каждый ее использует, конечно же, по-своему, но это еще и очень интересная платформа, на которой мы можем зарабатывать. Зарабатывать часть прибыли, которой делится с нами компания за рекламную деятельность. Ну и так можно сказать, что, в общем-то, FutureNet является первой в мире социальной платформой с программой RevShare. И это совершенно, как я уже сказала, последовательное решение. Вот мы видим хронологию. Идея в 2012 году, в 2014 появился FutureNet, стартовал. Мы еще тогда не работали. В 2015 году изменился дизайн. Просто-напросто дизайн, дизайн самого сайта. Ну и думаю, что, в общем-то, 2016 год был самым таким годом, скажем, таким краеугольным камнем. Да? Почему? Потому что как раз в 2016 году руководство компании где-то в какой-то мере поняло, что некоторые вещи в маркетинге необходимо было изменить в самом FutureNet'е. И для этого директор по маркетингу Каролина Гурская, которую вы видели, наверное, там на фотографиях, которые были раньше, пригласила моего спонсора Войтека Гужду, который, в общем-то, забрал с собой меня как бывшего лидера в маркетинге, которого знал уже достаточно долгое время, и, в общем-то, который был для него известный, и мое мнение тоже каким-то образом, в общем-то, для него было важным, и забрал еще одного своего знакомого, своего лидера. И вот таким образом, в общем-то, появился наш тим, появился, в общем-то, появилась штаб-квартира во Вроцлаве, потому что компания была во Вроцлаве. К этому времени жизнь нас немножко, в общем-то, скажем, пообивала кого как. Соответственно, в общем, опыт, который у нас имелся, он на самом деле очень хорошо был использован как раз самой компанией, когда она обновляла уже свой новый маркетинг-план, который появился. И многие из тех, кто работал перед этим с FutureNet, потому что в 2014 году они начали работать уже в онлайн-пространстве, соответственно, в общем-то, к этому времени, когда появился в 2016 году новый маркетинг, просто-напросто лидеры были восхищены, и думаю, что развитие вот именно самого FutureNet и развитие, в общем-то, дальше всех этапов, оно очень тесно связано с тем, что партнерам стало очень интересно работать. Мы это рассматривали на презентации по FutureNet, там мы видели сам маркетинг. Я думаю, что просто-напросто лучшего маркетинга
как на сегодняшний день, я не знаю вообще. Может быть, я мало знаю, но думаю, что я достаточно как бы много видела уже на своем, будучи лидером огромных структур, но этот маркетинг, он действительно для всех, имеется в виду во фьючернете, он действительно для всех, он для кого-то, у кого небольшой капитал, он для кого-то, у кого огромный капитал, для кого-то, у кого есть структуры, для кого-то, у кого нет структур. Но вот фьючер от Pro – это возможность начать инвестирование, причем, в общем-то, для меня фьючер от Pro является таким, ну как сказать, сберегательной кассой. Потому что зарабатывая во фьючернете, мне, честно, моя проблема была всегда такого рода, что я очень много всегда зарабатывала. Но, к сожалению, я совершенно не могла, не умела экономить деньги, в общем-то, откладывать на так называемый черный час и так далее, на черные, ну, понятно, да? На какие-то трудные времена, соответственно, в общем-то, фьючер от Pro есть абсолютно для меня таким, такой платформой, в которой я могу свои заработанные во фьючернет деньги, даже если это $10, перенести сюда и зарабатывать дополнительно. Причем совершенно как бы не утруждаясь, совершенно не заботьтесь о том, чтобы там структура моя где-то росла и так далее. Сейчас я постараюсь это показать как можно короче. Так, мы о рекламе говорили, о том, что, в общем-то, можно, конечно же, рекламу заместить где-то в районе, в котором, скажем, живут очень-очень бедные люди, но там есть столб, на котором можно повесить объявление, и, например, о каком-то очень дорогом ресторане. Соответственно, в общем-то, это будет реклама не для, не на этот столб, и уж на 100% не на этот микрорайон, скажем, да. Но наша платформа, наша рекламная платформа Future at Pro имеет возможность показать свой продукт, показать свой проект, показать, в общем-то, себя, быть может быть, 2,5 миллионов пользователей из 160 разных государств. Соответственно, в общем-то, ее эффективность этой рекламы, она очень и очень существенная. И такого рода реклама, думаю, что, в общем-то, является тем, что ищут люди, которые хотят свой продукт продвинуть. Ну и, соответственно, платят достаточно хорошо самой компании, и этой прибылью компания с нами делится. Вот если предыдущие рефшеры, которые я когда-то там видела и знала, для меня были таким, в общем-то, я уже, конечно же, сказала бы более крепко, но, скорее всего, это будет запись, и, скорее всего, это не будет достаточно хорошо принято, но... Знаете, у меня было такое всегда, когда мне кто-то показывал перед этим рефшеры, я всегда говорила, делаем друг дружку, а деньги в кружку, и так оно более-менее выглядело. Все те же самые тусовались, один другого откликивал, и таким образом, в общем-то, казалось, что мы зарабатываем. Причем деньги, конечно же, поступали от новых вливаний, а эти новые вливания были от новых партнеров, не от рекламодателей. В нашей компании, как я уже сказала, компания уже в 2012 году занималась рекламной деятельностью, соответственно, те самые партнеры, которые когда-то пользовались услугами FutureNet и пользовались услугами B2B Service, так называлась компания на земле во Вроцлаве, которая вот именно начала весь этот проект, то эти же компании платят, и причем достаточно солидно на сегодняшний день платят, благодаря нам, благодаря тому, что мы все вместе эту платформу раскачали, раскрутили до такого состояния, что компания зарабатывает очень много за рекламу и делится с нами этой прибылью. Итак, что же нужно для того, чтобы начать зарабатывать в компании? Вам необходимо 10 минут времени в день для того, чтобы просмотреть выбранную вами рекламу.
и обозначаю выбранную вами. Вам тут не навязывают никакие рекламы, которые вы должны смотреть. Вы сами себе выбираете среди такого длинного достаточно списка. Ну, конечно же, в общем-то, выбираете то, что вам самим интересно. Соответственно, компания, для того, чтобы все это начать, вам необходимо, конечно же, самому приобрести рекламный пакет. Этот рекламный пакет стоимостью $50 дает вам возможность самому выставить себя, выставить на показ свою рекламу, рекламу своего проекта, своего там бизнеса, своего товара. И причем за эти $50 вы можете заказать 800 показов, 800 кликов своей собственной рекламе, что достаточно, в общем-то, хорошо отразится на популярности вашей странички в поисковиках. Ну, все это понятно, думаю, что это, в общем-то, совершенно как бы... $50 в самом начале многим казалось достаточно большой суммой. И, соответственно, компания тут для тех, кто хотел бы начать бизнес с немножко меньшей суммы, ввел пакеты $10. В этом $10 пакете у вас только 160 показов. Ну и если вам захотелось бы приобрести большее количество показов, конечно же, вам необходимо будет увеличить количество пакетов до такого до такой степени, которая будет вам подходить. Итак, мы говорили, что 10 реклам, независимо от того, сколько у вас своих собственных пакетов, вам необходимо 10 минут посвятить на то, чтобы откликать 10 реклам. Причем это рекламы уже как бы не ваши, а рекламы тех рекламодателей, которые поставили на просмотр свои собственные бизнесы, свои собственные продукты. Ну и вы, просматривая такие рекламы, просматривая продукты других фирм, продукты других компаний, зарабатываете вместе с компанией FutureNet. FutureNet делится с вами вот именно вот этими, вот этой вот прибылью. Итак, у вас есть как бы возможность купить пакет за $10 или же пакет за $50, это мы говорили. С этим связано количество просмотров вашей собственной рекламы. Если вас мало как бы интересует своя собственная реклама, вам нечего рекламировать или, в общем-то, у вас какие-то другие способы рекламы, хотя бы этот же столб, то вы можете просто-напросто, как я уже сказала, использовать эту платформу для того, чтобы зарабатывать на пассиве. На пассиве, в общем-то, вы зарабатываете 1%, около 1%, это все связано с тем, сколько компания зарабатывает, около 1% в день от заинвестированной вами суммы. Так, тут немножко будет непонятно, но выглядит это более-менее так. Вы купили пакет стоимостью $50, вы каждый день просматриваете 10 реклам и получаете около 1% в день до момента, пока этот пакет вам не выплачен вместе с его стоимостью плюс 20%. Это $60. Если вы купили пакет за $10, то, соответственно, $12. Очень легко просчитать, сколько вы сможете иметь каждый день, вот именно благодаря тому, что это около 1%, это значит, что, в общем-то, рассчитать вы можете сами для себя. Если вы заинвестировали $1000, 200 пакетов за $50, то, конечно же, вы будете получать где-то около $100 в день, из которых вы можете часть оставлять на выплату, часть оставлять и покупать себе следующие пакеты. А таким образом у вас появляется такой сложенный процент. Для тех, кто начал работу во FutureNet очень как бы давно, тогда, когда еще только-только, в общем-то, мы начали
с ним работать. У многих из них есть на сегодняшний день какие-то там переливы, в общем-то, что-то происходит в структурах, матрицах. И у некоторых людей есть и по 100 долларов, и по 10 долларов. В общем-то, у каждого по-разному. Поэтому абсолютно обратите на это внимание своих партнеров, потому что вот именно эти деньги они могут положить как сберегательную кассу, вот именно в виде покупки таких пакетов. Ну и покупая такие пакеты, не только увеличить для себя прибыль, но и собрать на следующий этап. В общем-то, мы говорим о последовательности всего этого бизнеса. Начали мы от просто-напросто реклам, имеется в виду компания. Потом компания сама себе раскрутила свою собственную платформу, на которой зарабатывает на рекламах, и открыла платформу уже FutureAd Pro, на которой делится этой прибылью. Ну и, в общем-то, следующий этап мы уже знаем, ждем этого 1 числа. 31 числа начнется майнинг нашей собственной криптовалюты, а 1 числа мы уже сможем работать с еще дополнительным бизнесом. И тут тоже будут у нас элементы сетевого маркетинга, на котором, конечно же, мы сможем зарабатывать. Ну и, соответственно, все идет к тому, что, в общем-то, мы развиваемся все дальше и дальше. Я часто говорила вам, что есть один из таких слайдов, который меня действительно вводит в такое умиление, когда я его переводила много-много времени тому назад и писала, и это только начало. Для меня, в общем-то, этот слайд не был... Я радовалась ему, потому что тут было мало что переводить. Только это меня тут радовало. Но я вообще как бы не была готова к тому, куда мы сейчас дойдем. В общем-то, 1 февраля это будет... Очень важный день, это будет день, когда мы просто перейдем дальше. Ну, в общем-то, развитие компании продолжается, и вместе с компанией развиваемся мы. В общем-то, что важно, компания абсолютно продолжает идти вперед, абсолютно не забывает о своих истоках, да. В общем-то, не забывает о матрицах, не забывает о том, что, в общем-то, есть люди, которые... еще не почувствовали этого вкуса на самих матрицах, соответственно. Я так немножко вернусь к этим нашим истокам, так званым, да. Итак, вы начали бизнес во фьючернете. Вы заработали какую-то сумму во фьючернете в матрицах и купили себе несколько пакетов, да? Ну, что происходит с вашими матрицами? Почему люди боятся слова матрица? Меня даже просили, Гуля, не говори слово матрица. А я буду просто-напросто настырно повторять это слово, потому что наша матрица – это не те матрицы, которые когда-то были. Карколомные, да, а вот именно тут матрицы совершенно другие, их не надо закрывать, достаточно, что просто-напросто они у нас будут заполняться, и таким образом мы будем получать деньги, вот именно вот так выглядит наша матрица. Я помню такой страшный-страшный ужас людей, боже, как они только это увидели, наши... Первая мысль, что надо закрыть все это, да, чтобы получить какой-то там вожделенный бонус. В нашем случае ничего не надо закрывать. Вот ваши друзья, ваши партнеры. Это все находится вот в таком вот треугольничке, которую мы назвали матрица. И в этом треугольничке у вас появляются постоянно новые партнеры. Причем, почему я к этому вернулась? Я к этому вернулась вот именно потому, что FutureAd Pro – это вот именно новая, скажем, новый этап развития самой компании, когда мы уже зарабатываем с реклам, и фирма делится с нами вот именно прибылью с реклам, то выплачивая деньги на FutureAd Pro,
5% из выплачиваемых денег идет вот именно на наши матрицы. Вот тут вот появляются места даже такие, которые, в общем-то, просто-напросто купленные позиции вашему партнеру, который, быть может, вообще даже не интересовался фьючернетом, его не интересовали эти матрицы, он просто-напросто решил зарабатывать на фьючер от ПРО, зарабатывать на рефшере, ему это более понятно, более он лучше себя там чувствует. Соответственно, матрицы не встанут. Что еще важно, что, в общем-то, следующий этап, это уже имеется в виду наша криптовалюта, тут такая же, в общем-то, будет ситуация. Матрицы не будут забыты, матрицы не будут кинуты. И это очень и очень важно. В общем-то, компания идет вперед, но постоянно, в общем-то, заботится о тех, кто еще остался на этом этапе. И, быть может, этот этап им больше подходит и больше нравится, они его понимают более. И поэтому, думаю, что это очень важно, что у компании на самом деле нету такого, скажем, как много бывает таких компаний, выскочили вперед, забыли про старое, побежали вперед дальше, как бы не оглядываясь на то, что там происходит вообще. В нашем случае это очень и очень важно, что вот именно эти 10 долларов или же 50 долларов дают вам возможность уже зарабатывать еще тоже в маркетинге, который имеется во Future Art Pro тоже. И в этом маркетинге вы тоже можете зарабатывать не только пассивно, вот именно в виде купленных, закупленных пакетов, которые вам будут приносить 20%. И не смотрите на то, что это, в общем-то, очень как бы небольшая по сравнению с хайпами цифра 20%, да, в течение так более-менее 120 дней, то людей это просто-напросто умиляет, они там, Гуля, боже, что ты делаешь, какой бизнес, 20%, 120 дней, что это такое, это не бизнес. Но я видела таких людей, почему-то этого бизнеса на сегодняшний день у этих людей нету. Соответственно, в общем-то, лучше маленькими ложками, я думаю, что многие из вас где-то там попадали в каких-то других местах, и сейчас, на сегодняшний день, ценят больше всего такую стабильность и уверенность, да. Конечно же, все это тоже субъективно, но думаю, что в нашем случае у нас какая-то там уверенность появляется, во-первых, с тем, что бизнес развивается, и развиваясь, не забывает, в общем-то, о своих истоках. Итак, мы так плавно перешли уже к маркетингу. Итак, что вы можете, в общем-то, зарабатывать еще и в маркетинге? Есть две возможности. Первая возможность, вы выкупаете какой-то там уровень годового или же полугодового абонемента, это вы сами себе выбираете. И в зависимости от того, какой вы собираетесь, в общем-то, выбрать для себя статус, а статусов тут у нас 5, то вы получаете от структуры до от первого до пятого уровня. Если ваша структура ограничивается до первого уровня или же только-только начинаете, то, в общем-то, вы уже можете при статусе номер 1 зарабатывать 3% от всех закупленных, от стоимости всех закупленных пакетов на вашей первой, на вашем первом уровне. Извиняюсь, я иногда перескакиваю на польские слова. Ну, думаю, что, в общем-то, те, кто в двух языках говорит, то они меня поймут. Итак, тут совершенно на бесплатном статусе вы можете приобрести 50 пакетов. Вот вы видите, что, в общем-то, максимальное количество в зависимости от статуса у вас тоже есть ограничено. И чем больше ваш статус, тем больше пакетов вы можете купить. А вообще максимально можно купить 1000 пакетов. И таким образом, в общем-то, зарабатывать из самих пакетов, и зарабатывать в глубину до 5 уровня. Причем, обратите внимание, первый уровень это 8%. Это очень большой процент. Я думаю, что многие это оценят, особенно те, кто очень тесно работает с первым уровнем, особенно те, у кого очень много знакомых, обычно строится в первый уровень.
Я знаю, что, в общем-то, таких лидеров достаточно большое количество. Итак, у нас имеется еще и карьерный план. И в этом карьерном плане у вас будет как бы не только от значения, но в зависимости от того, на каком уровне в карьерном плане вы находитесь, вы получаете дополнительно бонусы. Бонусы в виде подарков, и это может быть или же какого-то рода смартфон или же MacBook Pro. Вы можете обратить внимание на фотографиях с Макао, да, очень многие, в общем-то, лидеры, очень многие люди, которые поехали, партнеры, на встречу, где было 5000 человек, ну, в общем-то, со всего света, то очень многие имели вот именно MacBook Pro. Да, наверное, обратили на это внимание. У меня намного раньше появился MacBook Pro, но очень люблю эту машину. Ну, в зависимости, как я уже сказала, от того, сколько у вас, на каком уровне вы находитесь, на каком статусе, на каком уровне в карьерной лестнице вы получаете. Это все зависит, конечно же, от вашей собственной активности. Ну, как всегда, в каждом маркетинге сетевом ваша активность дает вам большую прибыль, большие возможности. И я напоминаю о том, что 1 февраля у нас уже включается следующий маркетинговый план. И этот маркетинговый план позволит нам уже зарабатывать в нашей собственной криптовалюте. Причем, говоря об этой нашей собственной криптовалюте, нужно обратить внимание на то, что это одна из таких вот, как бы, других историй, связанных с криптовалютой. Обычно очень часто бывает так, что, в общем-то, появляется какая-то идея у кого-то, кто-то там решил что-то сделать, и потом начинает ее раскручивать. Мы все знаем эту историю как биткоин, когда совершенно никто не предполагал, сколько он будет стоить. За несколько биткоинов была куплена пицца. То, соответственно, наша криптовалюта, это криптовалюта, которую ждут 31 числа, ждет 2,5 миллиона человек. Ждет для того, чтобы в нее заинвестировать, ждет для того, чтобы начать с ней зарабатывать. Я как бы о самом как бы процессе развития компании, да, я поэтому сегодня прошлась последовательность компании, а вот на самом деле очень и очень важна. Итак, мы говорили о том, что фьючер от Pro 5% от выплачиваемых денег предназначает на покупку нашими партнерами следующих апгрейдов матриц. Если у кого-то есть матрица за 10 долларов, позиция матрицы за 10 долларов, то, соответственно, он набирает уже на следующую матрицу, на следующую, на следующую. А таким же самым образом будет работать маркетинг во Future Network. И во Future Network мы тоже будем часть прибыли предназначать для того, чтобы была активность на самих матрицах, чтобы наши люди там не застряли, чтобы не было. Мы же прекрасно понимаем, что появляется один человек, которому что-то не нравится, который начинает плакать, что, в общем-то, ему не выплатили, ему пообещали, ему там что, другое, третье, матрицы встали. Ну и, соответственно, чтобы у нас таких вот гнилых яблок не было в нашем лукошке, то компания заботится о том, чтобы наши матрицы не вставали, и 10, ой, ну и, соответственно, часть прибыли будет идти как раз вот именно на дальше апгрейды в наших матрицах. Это очень важно. И что для меня тоже важно, это то, что, в общем-то, человек, совершенно как бы не зная о том, как
происходит майнинг, не имея никаких дополнительных инструментов для того, чтобы самому делать этот майнинг, может просто предназначить как бы возможную для него сумму в долларах для того, чтобы заинвестировать в такой вот пакет, и в пакете, в этом пакете, он с этим пакетом он будет зарабатывать каждые, говорится о том, что каждую минуту, но мой спонсор мне сказал, что каждые 15 секунд будет происходить начисление, в общем-то там будет достаточно высокая технология создания нашей криптовалюты. Соответственно, в общем-то, тут начисление будет у нас каждые 15 секунд. И что это означает? Это означает, что вы начали от матриц, в матрицах заработали, купили себе пакеты во FutureAct Pro. Там, в общем-то, ваши деньги поработали. За эти деньги заработанные уже... быть может, на бонусах, быть может, просто-напросто на самих пакетах VAT Pro, вы себе купите пакет, майнинг-пакет, и при помощи этого майнинг-пакета вы сможете в течение 2 лет получать прибыль от этого вашего майнинг-пакета. Тут у вас тоже будет возможность зарабатывать бонусы, потому что маркетинг, который включится 1 февраля, в общем-то, платформа, на которую мы сможем приглашать и регистрировать наших партнеров, включится 1 февраля. И, в общем-то, от 1 февраля вы сможете дополнительно уже бонусы зарабатывать, бонусы с покупок вот таких вот пакетов. И вот вы видите, как широка, в общем-то, возможность у вас предоставления вот именно этого бизнеса, представление его, да, вы можете разговаривать с обыкновенным сетевиком, который, быть может, в это время торговал какими-то там баночками, и он поймет этот бизнес. Вы можете разговаривать с человеком, который занимается криптовалютой, в общем-то, такой, скажем, крутой инвестор. Вы с ним тоже можете переговорить, и на самом деле, в общем-то, возможность у вас заработать на таких же, в общем-то, инвесторов будет вам предоставлено в виде, например, дайрект-бонуса. И в дайрект-бонусе вы можете получать от 3 до больше, чем 7% от заинвестированных денег, которые, в общем-то, внесут ваши уже инвесторы, люди, которые захотят купить себе такие же майнинг-пакеты в течение 2 лет зарабатывать вот именно у нас в нашей новой криптовалюте, в валюте Futura Coin. Тут на этом слайде мы видим следующий бонус. Этот бонус расширяет снова наши возможности, ну, а лучше сказать, углубляет, потому что в зависимости от того, какой у вас собственный пакет, вы можете получать не только direct бонус, а вот именно бонус первой линии, ну и, в общем-то, бонусы с глубины, и эта глубина есть вам доступна до 10 уровня. Но, конечно же, я не думаю, что многие сразу же заинвестируют по 25 тысяч долларов. Но я абсолютно уверена, что создадутся такие, скажем, группы людей, группы, в общем-то, партнеров, которые связаны между собой, быть может, годами каких-то общих интересов. И, в общем-то, эти группы людей, которые тоже будут строить структуры свои собственные, для которых будет важно зарабатывать большие бонусы с большей глубины, они заинвестируют и, в общем-то, откроют, скажем, такие маленькие кооперативчики. Это, скорее всего, будет, я уверена в этом. Ну, думаю, что, в общем-то, в каждом бизнесе где-то многие из нас ищут то, как можно его, в общем-то, как можно более использовать. И компания абсолютно открыта, компания абсолютно готова на то, чтобы вы ее использовали от и до, имеется в виду все возможности заработка в ней.
и разного рода, в общем-то, партнеры находятся в нашей компании. Как я уже сказала, что, в общем-то, то, что появится 1 февраля, вам расширит еще более возможности и даст больше возможностей зарабатывать. Так что ждем 1 февраля, а, честно говоря, в общем-то, не ждем, а сегодня уже регистрируем во FutureNet. Это означает, что каждый из партнеров, которого вы зарегистрировали во FutureNet, это будет также ваш партнер во FutureAdPro и также будет ваш партнер во FutureNetwork. Почему? Потому что, как я уже сказала, последовательность компании, она вот на самом деле удивительная. И то, что я говорила с самого начала, что компания, кроме того, что развивается, идет вперед, она просто-напросто соединяет весь свой бизнес в одну большую корпорацию, так бы сказала, и дает вам возможность зарабатывать на всех абсолютно ее этапах. Я пока желаю вам всего самого хорошего. У вас есть выходной перед вами, пожалуйста. Отдыхайте. Это очень и очень важно, потому что только человек, который умеет отдыхать, он умеет работать. Поэтому отдыхайте, посвятите это время своим близким и друзьям, своей семье, своим родителям. Это очень и очень важное время, потому что очень часто бывает так, что люди вообще забывают о том, для чего они все это делают. А делают они это типа для того, чтобы, в общем-то, нашим близким было хорошо. А все это оборачивается потом против наших семей, против нас самих, потому что вроде бы мы дома, я сама это все, в общем-то, пережила. Я знаю, что я была постоянно дома, потому что была постоянно при компьютере, у меня были наушники, я совершенно не знала, где мои дети, что они там делают. Потому что у каждого из них был навороченный компьютер, они сидели себе в своих комнатах, и мне было спокойно. Но, конечно же, я их там забирала во все свои путешествия, но вот выходные дни, это очень-очень важно, чтобы вы были вместе с семьями. Начисления на майнинг-пакеты –